Друзья, всем привет еще раз. Вот, в общем, в прошлом видосе я говорил, что хочу сделать шкив большего диаметра, больше, чем шкив из барабана. Он на 270, напомню, кто забыл. Я хочу сделать шкив чуть большего диаметра, чтобы использовать двигатель с прямым валом на моей картофелекопалке. Да, сдается мне, она будет копать не только картофель. Чеснок, морковка, лук, буряк, корни от кукурузы. В общем, все, что растет в земле, мне кажется, ей можно будет вырвать, выдрать, выкопать без проблем. В общем, давайте обо всем по порядку, подробненько. Как говорится, увеличиваем диаметр. Из прошлого видоса бумажка такая с размерами шкивов, которые можно, это еще не предел, которые можно сюда изготовить. Ну или не только сюда, а вообще. Ну, вот мне нужен шкив большего диаметра, а купить его негде, поэтому будем его изготавливать. Вот, друзья, в принципе, заготовка. Хочу вот из нее сделать шкивок сюда. Как многие догадались, да, это автомобильный диск от АКИ. Так, друзья, ну, начинаем собирать. Правда, вот он здесь гнутый, конечно, жеванный весь. Но я думаю, работать будет. Диском это уже назвать нельзя, а буду их называть шкивами, почему бы и нет. Шкив на 300, шкив на 330. Шкивок на 360 ставить не буду. Может быть, кстати, он ровненько получился, обалденно. Может быть, когда-нибудь, куда-нибудь и приспособлю. Ну а что выкидывать, когда можно сделать из, как говорится, говна и палок что-то рабочее. Вот такой, друзья, шкивочек на два ручья получился. Один ручей на 300, другой на 330. Вот. И в данной компоновочке видели, да, какие обороты получаются на этом шкиву при том или ином расположении ремня. Более чем достаточно. Вот, все тесты проходили на холостом ходу. Соответственно, мне нужно было знать минимальные обороты. Максимально их всегда можно поднять, добавив газу, да. Поэтому, кому интересно, друзья, смотрим видос на канале Дзен до конца, дабы не задавать, как говорится, глупых вопросов. Все, друзья, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.